«Чудо в перьях». Подумать только. Никогда раньше не засыпал на одной ноге. Здравствуй, папа. Сынок, куда это ты собрался с солонкой? На охоту. Я посолю стрекозе лапки, она не сможет лететь, и я ее поймаю. Зачем? Это не лучший способ поймать стрекозу. Ты скорее поймаешь птицу, чем стрекозу. Мы летим охотиться, я и мой сынок. Как поймаем стрекозу, испечем пирог. О, Сусанна, не грусти по мне. Летим в Луизиану. Луизиану? А зачем мне в Луизиану? Папа, ты же собирался мне показать, как поймать стрекозу. О, да, совершенно верно. Как говорят в Италии... Виола! На той кувшинке случайно не стрекоза сидит? Нужно подкрасться к ней, не издав ни единого звука. Я так горжусь своим отцом, его координацией и ловкостью движений. Как тебе это нравится, сынок? Приземление на 5 баллов. Но, папа, я насчитал только 4, за что 5-й? Он у меня под шляпой. Следи за своим отцом, и я покажу, как нужно ловить стрекоз. Доброе утро! Какая сегодня прекрасная погода! А вот и одна из них. Смотри, что будет делать твой старик. Итак, внимание! Урок номер 1. Он называется «Непосредственный контакт». Хочу проспать и эту ночь. Проспать всю эту ночь. Проспать весь этот день. Поставлю все деньги на хромого коня. На такого же, как я. Ух ты, вместе у нас неплохо получилось. Позвольте представиться, меня зовут господин Журавль. А я стрекоза. Стрекоза? Да, я дальний родственник драконов. Надеюсь, этому есть доказательства? Вот мое удостоверение. Прощайте. Вот это да! Огнедышащая стрекоза! Что это, папа? А ты не понял? Это самка стрекозы. Он в нее влюбится, я смогу его поймать. Я сделал ее из мусора и разные ерунды. Папа, но стрекозы не так глупы. Он ни за что не поверит. Кто там? Кажется, это она. Наверное, она очень милая и красивая. Я посажу ее в эту клетку и буду ждать. Когда он залетит в клетку, дверца закроется. Он окажется в ловушке. Нужно привлечь его внимание специальным свистком. Она зовет меня на языке любви. Нужно ей ответить. Мне пора. Ну вот, теперь я стал узником любви. Я пролетел, а ее уже здесь нет. Лучше любить и потерять любовь, чем не любить никогда. Кому-то смешно. Я нашел отличный рецепт пирога со стрекозой. Стрекоза, скоро ты будешь начинкой в тесте. Как тебе это нравится? Пусть лучше тесто будет внутри меня, чем вокруг. Для пирога нужно много перца. Нет, не надо, не делай этого. Знаете, как говорят, если не можете потушить огонь, убегайте с кухни.